мероприятие на острове Влам возглавит патриарх Московский всея Руси Кирилл. В связи с таким уникальным рейсом у нас с вами на теплоходе много-много групп. Условно эти группы мы поделили на три части. Одна часть – это группа, которая называется «Гости» или «Делегации». Для них идет особенная программа. Вторая группа, которую мы условно назвали «Паломники». Для них программа предусматривает все посещения всех богослужений в обители в эти праздничные дни. И третья группа – это туристы. Те, кто купили круиз для того, чтобы побыть 2 дня на Валааме, и для них тоже будет возможность прикоснуться к жизни Валаамского монастыря. Все эти программы детально прописаны в ваших